Работали на территории памятных посадок в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне, расположенных напротив поселка Чашинска, пострадавшего от пожаров 2004 года. Сегодня ведутся большие восстановительные работы, чтобы все это восстановить и оставить потомкам не степь Зауральскую, а хорошие хвойные леса. Я думаю, если всю работа, которая сегодня делается по лесопосадкам, и приживутся деревья хорошо, наберут силу, то через 100 лет, наверное, здесь будут стоять хорошие, красивые бары, как они стояли до пожара 2004 года. По словам губернатора, каждый год правительство области в полном составе выезжает на высадку сеянцев. И поскольку 2013 год объявлен в России годом охраны окружающей среды, восстановительные работы в лесах должны вестись с удвоенной силой. Мы уже много участков засадили соснами. Я думаю, что и дальше эту традицию надо продолжать. Да, от стихийных бедствий мы не застрахованы, и поэтому надо после этого восстанавливать нашу природу, чтобы экология была хорошая, чтобы леса и бары радовали наших людей, чтобы они могли тут отдыхать, собирать грибы, белые в том числе. Лесовосстановительные мероприятия прошли в лесничествах области на площади более 1500 гектаров. Участие в них приняли и представители органов власти, как областных, так и муниципальных, сотрудники предприятий и образовательных учреждений региона. В 2013 году будет восстановлено более 4000 гектаров лесных площадей. Светлана Епифанова, Виталий Грызлов, информационное агентство «Курган.ру».